Здравствуйте, отважные пилоты! Вы на канале forvision.ru. 9 января в США, а конкретнее в Лас-Вегасе, стартовала международная ежегодная выставка Consumer Electronics Show 2018, на которой компания DJI уже представила свои новинки. В числе новых продуктов можно выделить два ручных стабилизатора Ronin S и Osmo Mobile 2, а также новый коптер от компании Rise под названием Tella, созданный совместно с Intel и при поддержке DJI. Что ж, основная информация о продуктах уже известна, и мы готовы рассказать вам наиболее интересные подробности. Полетели! DJI Osmo Mobile 2 – уже второе поколение ручного стабилизатора для смартфонов. Устройство получило улучшенные технические характеристики, а представители DJI на выставке сообщают, что девайс будет доступен по более привлекательной цене, чем модель первого поколения, но стоимость новинки на территории России еще уточняется. Основные фишки новинки следующие. Как и в прошлой версии, система стабилизации нейтрализует не только легкие вибрации, но и сильную тряску, благодаря чему картинка при динамичной съемке становится очень плавной. Новинка получила встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч. В первом поколении использовался съемный блок на 980 мАч. По словам производителя, одного заряда будет хватать до 15 часов активной работы. Теперь стабилизатор оснащен полноразмерным USB-портом, от которого можно заряжать смартфон. Зарядка встроенного аккумулятора Osmo Mobile 2 производится через микро-USB-порт, размещенный на рукоятке. Инженеры DJI изменили конструкцию стабилизатора, поэтому устройство стало компактнее, теперь его проще складывать. Его габариты 72 на 113 на 285 мм, а вес всего 485 грамм. Кроме того, новый Osmo позволяет вести съемку в портретном режиме. На рукоятке стабилизатора появился новый регулятор масштаба, который позволяет сделать эффект приближения более плавным. И вообще, весь процесс съемки можно контролировать с помощью соответствующих органов управления, размещенных на рукояти стабилизатора под большим пальцем руки. Снизу рукоятки появилось стандартное крепление для штатива, поэтому новинка совместима с различными аксессуарами для фото- и видеосъемки, например, с треногой и рельсовой установкой. Теперь поговорим о новом DJI Ronin S. Это ручной стабилизатор, предназначенный для работы с зеркальными и беззеркальными камерами. Инженеры DJI максимально проработали конструкцию устройства, благодаря чему экран камеры всегда находится перед глазами оператора и ничем не закрывается. Новый стабилизатор можно использовать в тандеме со встроенной системой стабилизации в камере или объективе для достижения максимально плавной картинки во время динамичной съемки видео. У новинки предусмотрено крепление для различных аксессуаров, в том числе микрофонов и беспроводных контроллеров. Благодаря совместимости с DJI MasterForce оператор может управлять стабилизатором на расстоянии. При желании рукоятку стабилизатора можно снять для монтажа устройства на мобильную установку или кран. В DJI Ronin S появился новый режим Sport, который увеличивает скорость отклика системы Smooth Track, благодаря чему новинка может быстрее реагировать даже на самые резкие движения оператора. Стоимость DJI Ronin S пока не уточняется, но уже известно, что устройство поступит в продажу во втором квартале 2018 года. Rise Tella – ультракомпактный дрон, разработанный компаниями Rise и Intel при поддержке инженеров DJI. Новинка весит всего 85 грамм, а по габаритам сравнима с наручными часами. Предназначен он в первую очередь для детей. Запускать его можно непосредственно с руки, по аналогии с дроном DJI Spark. Кстати, Rise Tella оснащен HD-камерой. Управление осуществляется при помощи пульта, в котором размещается смартфон. Также новинка работает с VR-шлемами. Разработчики сообщают, что дрон создавался с акцентом на простоту управления и, конечно же, на безопасность. Устройство оснащено гибкими винтами и умной системой трекинга препятствий. Как только Rise Tella заметит перед собой преграду, он остановится и зависнет в одной точке, как это делают взрослые коптеры. От одного заряда новинка может работать около 13 минут. При критически низком заряде аккумулятора предусмотрена функция автоматической посадки. Верхняя крышка Rise Tella съемная и выпускается в нескольких цветах, по аналогии с коптером DJI Spark. Поделитесь своим мнением о новых продуктах DJI в комментариях. Ну а нам уже не терпится лично протестировать новинки. И как только мы их получим, обязательно поделимся своими впечатлениями с вами. На этом все. Подписывайтесь на канал, не забудьте нажать колокольчик, конечно же, поддержите нас лайком. И мы скоро увидимся вновь. До новых встреч!